В Атырау презентовали две книги Максата Тажмурата. Они уже вышли в свет, приурочили выпуск издания к столетию со дня рождения героя Советского Союза Маншук Мамедовой. Подробнее в материале Айымгүл Хайруллиной. Маншук Мамедова – первая казашка, удостоенная звания Героя Советского Союза. В сентябре 1942 года, в возрасте 20 лет, она была зачислена в ряды Красной Армии. Жизнь и подвиг юной героини легли в основу произведений Максата Тажмурата. В ходе презентации книг «Маншук Жалынжыры. Неизвестная война Маншук» автор отметил, что цель, которую он преследовал при написании данных трудов, наиболее полно отразить биографию Маншук Мамедовой. Для этого автор детально день за днем, год за годом прослеживает жизнь героини. И все это в поисках ответа на вопрос, что двигало юной девушкой, когда она добровольцем ушла на фронт, оказалась в самом пекле войны, совершила подвиг, который до сих пор не перестает волновать умы и сердца людей. Это, скорее всего, наиболее полная биография Маншук Мамедовой. Наиболее полная, потому что точка в этом вопросе еще не поставлена. Полнокровный автобиография еще не создана. Это моя книга, это первая попытка по созданию полнокровной, правдивой, настоящей биографии, идеологизированной биографии Маншук. Участники презентации тоже поделились своим мнением об изданных книгах, в их числе и родственница Маншук Мамедовой Шолпан Мухамедьярова. По ее словам, образ героини несет в себе огромное воспитательное значение для подрастающего поколения. Детей воспитывает не только учителя, дома родителей. Поэтому дома родителей должны рассказать о таких героях. Вот так Маншук Мамедова. Маншук Мамедова не только на войне. Вот до войны был воспитанной девочкой. Это мероприятие, я очень благодарна. Подобное мероприятие среди детей, среди школьников проводит. О подвиге Маншук написано немало произведений, сняты фильмы. Но изучение ее боевого и жизненного пути еще долго будет оставаться темами для исследований. Ведь Маншук – это образ дочери казахского народа, воплотивший лучшие национальные черты. Айымгүл Хайруллина, Айбек Галымов, телеканал «Атырау».